праздником вас реформации, возлюбленные. Я так на этой неделе анализировал, как начинается пробуждение в разных странах. И вы знаете, интересный анализ проводят в разных церквях. И он проводится обычно так, что когда церковь ставит перед собой цель, ну, сделать пробуждение, там, какую-то реформацию, да, начинает получать какие-то такие откровения, начинает молиться, ночи бдения, посты. Приходит испытание, и церковь становится все меньше, меньше, меньше и меньше. В церкви остаются самые такие стойкие, самые испытанные. Огонь приходит, знаешь, такая прокалка, закалка, переплавка. И потом в определенный момент, когда остаются самые посвященные, самые молитвенные, самые такие, ну, знаете, просто такие, ну, как, я не знаю, переплавленные христиане. Вы знаете, что происходит, когда золото уже переплавилось, да, когда оно вот, ну, оно вышло из печи, и из него начинают изготавливать золотые украшения, народ начинает сбегаться. И так начинается любое пробуждение. То есть люди всегда сбегаются на что-то сверхъестественное, что-то невероятное. Они сразу там, то есть слух расходится по городу, идите туда быстрее, там что-то невероятное происходит. Там все, там приходишь, и тут же вот эта реформация, она происходит в тебе. То есть ты меняешься, там люди-то какие-то измененные, какие-то все радостные. И знаете, я вот на этой неделе анализировал, как можно в себе увидеть Христа. Я подхожу к зеркалу, да, каждый раз и смотрю, Христос где-то там, вот, и в глазах пытаюсь разглядеть Христа. И вы знаете, я получил такое откровение, мы не найдем у себя в глазах отражение, что Иисус на облаках там спускается, да, в моем зрачке, короче, там его какой-то образ, там сияние какое-то. Для себя получил откровение, когда Иисус смотрит через меня. Вы знаете, когда Иисус смотрит через глаза, ну, через отображение, Он смотрит тогда, когда в твоих глазах приходит радость. Потому что Библия говорит, что Царствие Божие есть не пища, не питье, а радость, мир и праведность во Святом Духе. Когда ты идешь к зеркалу, посмотри обязательно опять, еще раз. Есть ли там в твоих глазах совершенная радость? Есть ли там в твоих глазах совершенная праведность, да, которая возможна только во Христе Иисусе, только благодаря Его крови? Есть ли в твоих глазах совершенный мир, покой? Вот если есть, то значит через тебя смотрит Иисус Христос. Аминь или не аминь? Это реформация. Давайте мы встанем. Нас мало, но мы в тельняшках, да, и мы прорвемся любой ценой. И мы сделаем здесь пробуждение. Я сегодня ходил, молился по этому залу. И я знаю точно, придет время, когда здесь не будет хватать места. Просто все будут ломиться, и просто не будет, вот куда Господь, пастор, куда их разместить, мы уже не знаем. Зал переполнен. Потому что люди будут приходить смотреть на Христа. На это преображение во Христе Иисусе. На вот это обновление, на переплавленное золото. Спасибо тебе, дорогой Иисус. Господь Отче, Ты уже меняешь нас, Господь Отче. Остались только те, Господь, которых хотят пройти полную закалку, полное переплавление, Господь Отче. Несмотря ни на что, несмотря на то, что жарко, да, Господи. Несмотря на то, что, Господь, иногда бывает так тяжело. Но мы останемся в этой печи, Господь Отче. Как Месах, Сидрах и Авденаго, вместе с Тобой, Иисус, Господь Отче. Аллилуйя, Отец, мы будем опять еще и опять, Господь Отче. Аллилуйя, Отец, и еще раз, Господь. Просто, Господь, позволять Тебе очисти нас, Господь, освети церковь Твою, Господь, пусть придет Твоя слава, Иисус, пусть, Господь, проявится в нас Твой славный образ, образ Иисуса Христа, полное преобразование, пусть в нас произойдет эта реформация, Господь, аллилуйя, Отец, Осана, и скажи, пробуждение начинается с меня, реформация начинается с меня, преобразование начинается с меня, обновление начинается с меня, аминь. Слава нашему Господу, мы молились, Иисус, во имя Твое, Ты наш Господь и Ты наш Бог. Давайте мы прославим нашего Иисуса. Иисус, как прекрасен Ты, о, Иисус, как прекрасен Ты, Ты тот, кого люблю я, Ты тот, кому себя я отдаю. Иисус, как прекрасен Ты, Иисус, как прекрасен.
тот, кому себя я отдаю. Иисус, как прекрасен ты, ты тот, кого люблю я, ты тот, кому себя я отдаю. Иисус, как прекрасен ты, Иисус, как прекрасен ты, о, Иисус, как прекрасен ты, ты тот, кого люблю я, ты тот, кому себя я отдаю. Как прекрасен ты, ты тот, кого люблю я, ты тот, кого люблю я, ты тот, кому себя я отдаю. Иисус, как прекрасен ты, Иисус, как знаете, я сегодня такое получила откровение, что, ну, я думаю, что все в своей жизни переживали сверхъестественные вещи, да, ну, мы же христиане, это нормально, да, но когда ты долго не получаешь сверхъестественные вещи в своей жизни или не замечаешь, приходит время реформации, да, в моей христианской жизни. Поэтому это каждый раз обновление, это каждый раз все новое. Это, как пишет Павел, от веры к вере. Аминь. Иду верой, мой
шаг верой, живу верой, верю в Тебя, Господь. Как на марше маршируем. Верой, мой шаг верой, живу верой, верю в Тебя, Господь. Иду верой, мой шаг верой, живу верой, верю в Тебя, Господь. Иду верой, мой шаг верой, живу верой, верю в Тебя, Господь. Верю в Тебя, Господь. Верю в Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за эту веру, которую Ты влагаешь в сердца наши. Господь, спасибо Тебе, которую мы получили через Иисуса Христа, Господа нашего. Аллилуйя. Деревянные крылья без ветра разорвали притяжение земли, и земля осталась вдали. Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы дают, мы парим уже без усилия. За спиной выросли крылья. Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы тают, мы парим уже без усилия. За спиной выросли крылья. Две доски у него за спиною, крепко сбитые злою рукою. И подняли его наверх, выше звезд, выше всех, выше всех. Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы тают, мы парим уже без усилия. За спиной выросли крылья. Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы тают, мы парим уже без усилия. За спиной выросли крылья. Притяжение небес, как магнит, ты пленил нас телом разбитым, ты пленил нас неземною любовью. Мы летим за тобою. Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы тают, мы парим уже без усилия. За спиной выросли крылья. Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы тают, мы парим уже без усилия. За спиной выросли крылья. Уже без усилия. За спиной выросли крылья. Здравствуй, небо, а мы летаем с каждым днем. Наши горы тают, мы парим уже без усилия.
усилия, за спиной выросли крылья. Он поднялся над землей. Аминь. Он поднялся. Он победил грех. Он победил крест. Победил. И он вознесся. И ты вознесешься за ним. Аллилуйя. Он дал эту надежду, что мы тоже будем парить над землею. Присаживайтесь, пожалуйста.
творя на сцену.